Так, друзья, всем привет! Вы на канале любителя рыболов. Извиняюсь. В этом видео хочу я вам продемонстрировать свои безмотылки, гвозди-кубики, гвозди-шарики. Ну, в основном у меня гвозди-шарики. Есть несколько чертиков. Ну и одна коза. Так как я на чертики не очень рыбачу, на козы тоже, ну, спаял, как бы, есть они у меня в наличии. По весне буду обязательно пробовать на белую рыбу, на леща. Вот. Основном у меня тут получается хорошо видно. То есть гвозди шарики, кошачий глаз с желтым оттенком есть, с зеленым оттенком. Сам кошачий глаз. Также по цветам тоже разные. Вот. Такой получается, как голубого оттенка, красные есть, это розовые, зеленые, тоже зеленого оттенка, темно-синего вот тут. Ну, в общем, не знаю, ну, так проэкспериментировал, покрасил, ну, как бы я на них не пробовал рыбачить, то есть. В основном получается, ну, все-таки, наверное, я предпочитаю черные гвозди шарики. Ну, как говорится, с чем черт не шутит, будем обязательно экспериментировать эти еще разноцветные. Ну, наверное, ботливать. Мне кажется, наверное, все-таки все равно зависит не с там не цвет мормышки, а вот именно что на ней висит. Кошачий глаз, там сырный кубик. Ну и как бы вот я хочу показать. Довольно-таки много сам их паяю, уже напаял. Времени не было еще все проверить. Ну, в общем, вот. Кошачий глаз получается у нас. Вот такая вот черная. Вот кошачий глаз. Вот такой вот вид. Желтого оттеночка. То есть рабочая 100%. Берет на нее чебак, окунь. Ёрш клюет. Ну, леща, правда, не ловил. Ну, я как бы и не сидел на белую рыбу. То есть, ну, вот как бы чебак без проблем. Окунь. Сырный кубик очень хорошо себя зарекомендовал. То есть, основное количество рыбы, наверное, вот за все рыбалки нынешние, были пойманы вот именно вот на сырный кубик. Очень-очень хорошая. Без мотылка. Тоже черного цвета. Так, есть у меня вот такая вот с латунным шариком. Тоже я их спаял недавно. Несколько штучек тут видно. И показала она себя тоже хорошо, очень даже так. Окунь. То есть на нее берет. То есть классная вещь. То есть приобретайте, если где-то увидите в магазинах, обязательно. Вот. Ну вот следующее, вот как бы
Получается вот такой кубик. Видно, не видно, там зеленым оттенком. Ну, не знаю. То есть сегодня я был на рыбалке. Ну, одна потычка была. И то есть, ну, не знаю. Будем, конечно, пробовать дальше. Экспериментировать. В интернете много видео про них смотрел. Хвалят, то есть. Ну, может, это был не в то время, не в том месте, как говорится. То есть обязательно буду пробовать, и обязательно я еще раз потом про нее расскажу. Еще тут у меня немножко есть. То есть у меня вот такие вот чертики, тоже я сам паял. Тоже сырный кубик как бы делал. Не пробовал, не рыбачил. Будет клевать, не будет, не знаю. Но видео я вам обязательно тоже сниму, как я паяю вот эти вот чертики. То есть тоже довольно-таки все просто. Тут тоже получается. В основном у меня как бы получается все вот шарики, кошачий глаз. А вот еще я чуть не пропустил. Так. Вот такая вот мормышечка с такой навесочкой. Видно, не видно, как арбузиком она идет. Ну и видно вам, не видно. Ну да, видно, вроде немножко сфокусировалась. Тоже окунишка теребит. Довольно такая маленькая бусинка такая. Подвесочка. То есть окунишка тоже хорошо берет. Ну, наверное, в этом видео про без мотылки все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, так как канал у меня начинающий там. То есть поддержите, подпишитесь. Ну и в дальнейшем будем снимать видео. Разные видео. Блесна я паяю еще. Блесна будем паять. Покажу, как паяю. Лайфхаков несколько будет у нас. Там про жерлицы. Ну, в общем, ладно. Спасибо за внимание. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, соответственно, дизлайки. Ну, спасибо за просмотр. Всем пока.